Удаленка – это новая норма для российской молодежи. Это показало недавнее исследование, которое провел ВЦИОМ. В свою очередь, эксперты РАНХИКС назвали востребованные профессии на дистанционной работе. Это интернет-маркетолог, пиарщик, кадровое делопроизводитель, налоговый консультант и даже преподаватель. А какие профессии идеальны для зарабатывания денег на дому, мы спросили у тверичан. Какие-нибудь дизайнеры сайтов, может быть, программисты тоже. Педагогом, как минимум, хорошая работа, потому что нет прямых контактов с детьми, соответственно, не распространяется пандемия еще больше, потому что никаких претензий к детям, но все-таки, мне кажется, там, где коллективность высокая, сплоченность людей, так и распространяется это все. Поэтому для удаленки я бы в первую очередь советовала все-таки школы. Думаю, что бухгалтер. А почему бухгалтер? Ну, потому что минимум затраты, коммуникации минимум с людьми. Ну, программист, да. Самое идеальное. А почему именно программист? Ну, потому что, ну, как раз и благодаря программистам создалась возможность работать удаленно. Дизайнер интерьера. А вы дизайнер? Да. А можешь рассказать о плюсах этой профессии, ну, именно удаленной работы? Ну, во-первых, ты можешь работать из любой точки мира. Как вариант, то есть ничего, в принципе, делать особого, ну вот, лично со встречами с заказчиками не нужно, потому что ты можешь это все делать на удаленных программах по видеосвязи.